Департамент транспорта Москвы и Санкт-Петербурга запустил народный каршеринг «Рули». «Рули» – это сервис, позволяющий любому человеку сдать свой личный автомобиль в аренду другим людям. При этом владелец авто сам выбирает арендатора. Для участия в проекте необходимо скачать мобильное приложение «Рули» и после регистрации заполнить данные о себе и своем автомобиле. Если машина не нужна, то пользователь выставляет статус объявления со своими условиями и отмечает людей из списка контактов в телефоне. Все отмеченные получают уведомления и смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе в качестве арендатора. Условия аренды обсуждаются сразу и онлайн. Какой будет стоимость, где взять автомобиль, где его оставить, какой будет продолжительность аренды, оставлять ли полный бак, мыть или нет и так далее. Открыть, закрыть, прогреть и завести автомобиль арендатор может прямо в приложении, так что даже ключ не нужен. А вот спокойствие хозяина машины гарантировано тем, что в режиме онлайн можно отслеживать, что происходит с автомобилем, истории поездок, местонахождения, длительность аренды, пробеги и расход топлива. По словам разработчиков, в перспективе ретрансляция и стиля вождения пользователя таким каршерингом. Пока проект находится в тестовом режиме и доступен для первых 100 зарегистрированных участников. Приложение доступно для Android и iOS.